2 года назад Украина потеряла патриота, гражданина Виталия Олешко, позывной Сарма. Человек большой бог. Он боролся не за политическую систему, он боролся не против политиков, он боролся против негодяев. Под любыми политическими знаменами. Его убили. Его убили наемные убийцы, которых сегодня выпускают под домашний арест. Мы должны оказать давление на власть для того, чтобы оценка убийц была адекватной. Мы должны оказать давление на власть, чтобы судьи, которые принимают такие решения, были по достоинству оценены как судьи. Мы очень хотим справедливого решения. Мы очень хотим, чтобы